Я робот-мультяшный кот, и я только что обнаружил человека, который не поставил лайк и не подписался на канал. Срочно исправь это за 5 секунд, иначе я приду за тобой. Раз, два, три, четыре, пять. Эй, ребята, вы знаете то, что на Сирена Студио вышло целых две новых анимации? Два очень крутых мультика. Первый, как мультяшный кот стал качком. А вторая анимация — это битва КВ-44 против Большой Сирены. Я советую всем заценить, ссылочка в описании. Кэшки, ребята, всем привет! С вами снова я, Слайк Маст и Дарк, и у нас сегодня робот-мультяшный кот будет расти и увеличиваться каждую минуту в игрушке под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья! В общем, да, ребята, робот-мультяшный кот и ваша любимая рубрика растет. Сегодня будем увеличиваться каждую секунду и каждую минуту и убивать много-много-много монстров Тревора Хендерсона и не только. Смотрите, ребят, с какого маленького мультяшного кота-робота начинаю. Вот такой, ребят, малыш. В принципе, все, ребят, больше мы не будем затягивать. С вас, конечно же, много-много лайков. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну что, друзья, наша серия начинается. Так, робот-кот идет на охоту. Давайте мы начнем с дэшек. Представьте реально, ребят, такого бы терминатора бы создали в SCP-фонде для уничтожения мультяшных котов и других монстров Тревора Хендерсона. А ими засекли. Испытания начинаются. Понял. Так. Тихо. Ну, вроде броня у нас довольно-таки крепкая. Видите, да? Нам достаточно просто пробежаться среди толп дэшек, и они, ребят, сами друг друга перестреляют. Вот, смотрите, прячемся. За вот этим. Сейчас его довольно-таки быстро снесут. Так, давайте вот этого первого завалим. Все, минус. Готов. Так, а этого? Ого! Дарк, смотри, куда он улетел, ты видел? Да капец какой-то. Нифига себе, конечно, ребят, летающий человек, да? Летающая дэшка. Так, еще есть попадание. Убили мы, ребят, нескольких. Так, у нас также, смотрите, есть, ребят, такой вот ракетный ускоритель. Так, не-не, нужно, ребят, аккуратней. А то мы сейчас настолько маленькие, что можем просто-напросто под землю провалиться. Так, еще одного сейчас убьем. Все, тоже готов. Нет, дэшки слишком слабые, ребят, для нашего кота. Прям очень-очень слабенькие. Вот, все. Это была последняя дэшка. Ну что, давайте мы теперь, ребят, поубиваем каких-нибудь монстров Тревора Хендерсона. Либо SCP-объектов. А то что-то какие-то все слишком слабые. Слабый, говоришь. Угу. Ну, а еще мы не так уж то, ребят, сильно увеличились, потому что мы никого не поглощали, да и в принципе робот у нас растет сам по себе. Больше, да, чем именно от убийств. Эй, робот, остановись на минуточку. Ребят, смотрите, это же и мужики, так. Они, кстати, будут меня атаковать? Да, по идее, должны. Так, горячие хорошо. Магнитные. Да, получаете убиваемых, ребята. Так, а, тихо. Главное, ребят, не провалиться. Главное взять и не провалиться. Вот, еще убиваем. Так, как, нормально их убиваю, кстати? А то я, если честно, ребят, нет, даже не вижу. Ты одного пока только убил. Только одного убил? Серьезно? Да. Такие они, ребят, сильные? Или да, ребят, пока что я скорее такой слабый, чем они сильные. Так. Ладно, не забывайте, у меня есть, ребят, такой лазер, которым мы довольно-таки легко можем кого угодно убивать. Точно. А то я что-то забыл про существование этого лазера. О, смотри, прям лазер капец. Лазер да, реально, да, ребят, имбовый. Так, вот еще два мужика. Вижу. Все, готовы. Все, мы теперь, ребят, можем пользоваться лазером, а лазером мы довольно-таки быстро убиваем монстров. Ты видел, я подпрыгнул? Он как будто летел, он прям щупальцами махал, как крыльями, ребят. Да, есть. Прикольно было. Так, кто же будет следующий? Сейчас мы тебя подорвем, Слайм. Криперы, ой-ой-ой-ой. На самом деле это довольно-таки, ребята, опасно. Так, криперы, они уже здесь. Тихо. Не подпускай их. Так, ребята, убиваем криперов. Давайте, аккуратно, подходите, давайте. Давайте, ближе. Они разбегаются. Они разбегаются, они боятся, когда понимаешь? Когда криперы боятся кого-то, понимаете? Криперы боятся. Криперы не боятся, чего? Серьезно, такое вообще может быть? Криперы боятся. Обычно все криперы обычно боятся. Обычно, да, ребят. Криперов боятся, потому что они взрываются. Ну, а тут все наоборот. Так, огонь, минус. Огонь, минус. Промахнулись мы немножечко. Все готово. Разобрались мы с криперами. Давай дарк монстров Тревора Хендерсона, который прям реально будет сильный. А это что такое, смотри?
Где кто? Что это? Это... А, это монахиня, по-моему, да? О, она, кстати, не такая уж и слабая, ребят, да? Нет, слабенькая. Ну что, ребята, кто же будет следующий? Мы поубивали уже довольно-таки много разных созданий. Твои собратья. О, мультяшные коты. Из плоти. Ну как это? Они вообще-то не собратья. Меня создали, чтобы их убивать, так что... Нифига не, ребят, не собратья. Все, пачками, смотрите, ребят, их валим. Жесть. Лазер, который у нас есть в груди. Опасный. Подожди, откуда лазер стреляет? Впереди, а, из руки, стреляет. Из руки, понял. А мне что-то все время казалось, что мы откуда-то из груди стреляем, знаете, как железный человек. Вон, ребят, в лапе, видите, в левой верхней лапе. Ага. У нас есть такая штука, да, и с помощью нее мы убиваем лазером. Ребят, смотрите, сколько же мультяшек мы перебили тем временем, нифига себе. Прямо огромнейшее количество. О, существа с проселочной дороги на меня напали. Сейчас давайте мы с ними разберемся. Мостовые черви. Я, если честно, ребят, застрял немножечко. Вот, все. Тихо. Так, опа-на. Так, сейчас. Смотри, какая каша творится. Вижу, они дерутся. Но! Ребят, жесть. Так, убиваем их всех. И сиреноголовых этих. И милкволкеров сейчас завалим. Все, вроде. Что творишь? Последний. Как он уклоняется? Жесть. На, получай. Так, капец, ребята, как он уклоняется, этот милкволкер? Вы видите это? У меня какой-то лазер кривой поломался, что ли? Реально, ребят, видите, сломался лазер, не могу попасть. Или какой-то милкволкер этот зачарованный, походу. Узнает, да не могу попасть. Узнает. Ладно, в рукопашку разберемся. Ща, подождите. Вот, сейчас его, ребят, завалим. Реально какой-то, видите, ребят, милкволкер, походу, зачарованный. Все, еле кое-как с ним разобрались. Да, да. Что-то, видимо, у нас пушка начала глючить. И этого милкволкера сенсоры не воспринимают. Ну, ничего страшного, всякое бывает. Ладно, кого бы тебя травить теперь, на самом-то деле, надо подумать. Может быть, давай кого-нибудь побольше, посерьезнее, но не больше, чем сиреноголовый? Ну, кстати, у меня есть идея, кого тебя травить. Ну, давай, кого же. Мы уже так-то разобрались, ребята, и с мультяшками, и с мостовыми червями, и с милкволкерами. Есть такие ребята, которые эффективны против техники, вроде как. Вот. О, я заметил. Это же, ребят, монстры из серьезного Сэма, эти пришельцы, да? Да. Так, ладно, убиваем их, огонь. Ребят, жесть. Смотри, сколько ракет. Я их всех убил. Смотри, один удар, и всех жесть. Я завалил. Это было, по-моему, довольно-таки легко. Последние, здесь друзья, остаются. Стреляют. Да вижу, я куда-то подпрыгнул. Так. Сейчас да, давайте с этой пушки, ребят, стрельнем. Ладно, в принципе, да, видимо, такие монстры для тебя не, уже не, просто не, они слишком ничто. Слабые, да, это да. Нужно было я прям думал, знаешь, в самом может, начале их спавнить. Окажутся. Даже вот эти ракетицы, смотри, они довольно-таки слабые. Мы просто, ребят, подходим, стреляем. Смотрите вот так. Опа, да, блин, лазер опять что ли сломался, а? Вот, ребят, у нас сломанный лазер. Ладно, что ты скажешь на этих, ребят? На каких? О, поезда-пожиратели, вот это уже другой разговор. Сейчас они тебя пожрут. Давайте, поезда-пожиратели, нападайте. Так, они, смотри, пытаются, ребят, сожрать, ничего у них не получится, потому что я их сейчас всех завалю. Все. Силы-то у нас, ребят, выросли, да, мы стали больше, и силы у нас подросли. А вот теперь твои любимые. Многократно, причем. Ой, светофороголовые, ребят, ненавижу... Ой, так, нормально завалил их так, с одного удара. Не вижу, на самом деле, ребят, светофороголовых, начинают потому обстрел, что... Начинают обстрелы, да, да, вот они вот так вот делают, да? Противные, Видите, мы, ребят, просто подлетали за них. Сейчас, ладно, подождите, вот. Капец, ты сильный уже, а. Очень, ребят, сильный. Все. Да, светофороголовыми мы вроде разобрались. Ну что, ребята, кто же будет следующий? Слушай, кстати, знаешь, есть одни ребята, про которых ты уже забыл. Это какие такие ребята? Ты думаешь, что люди больше ни на что не способны? КВ-44, серьезно? Да. Ой, я, ребят, кстати, не знаю, сможем ли мы его убить. Ща, подождите. Но, нифига себе, кстати, он сильный. Ребят, он реально, видите, это сильный? КВ-44. Так, давайте. Так, вообще ему-то урон-то наносится, а? Есть, убили. Убил, да, фух, с большим трудом. А если все-таки это был целый КВ-44. Не-не, давай лучше монстров Тревора. Ладно, кстати, ребят, монстров. Можно будет еще отдельную серию сделать, типа битву роботов. КВ-44 против мультяшного робота. А сейчас мы тебя немножечко расплавим. О, давай. Интересно, ребят. Отправим твоего кота на переплавку. Смотри, какие у меня есть читы.
Что? А все как бы. Как ты это сделал? А вот так вот. Ой, смотри, он дерется, ну а получай. Да, один гексапод оказался не из робского десятка, но ему это не помогло. Ладно, раз ты разобрался с гексаподами, тогда держи больших сирен. О, большие сирены, давайте, тихо. Смотри, я прямо сквозь их звуковые волны, понимаешь, пробираюсь. Силен. Ребята, так, на, минус. Что, всех разрубил? Да. Слушай, раз ты сквозь звуковые волны даже больших сирен прорываешься, а прорвешь ты сквозь звуковые волны великих матерей? Давай проверим. Думаю, да, спокойно, смотри. Капец, это тебе с 4, сложно, конечно, но, в принципе, возможно, на... Минус 4. У меня, да, смотри, ну, сколько конечностей. Мы спокойно разбираемся со всеми монстрами с одного жесть удара. Какая-то. Так, веб-кракены, ну что, давай кому-нибудь побольше в веб-кракены. Так, думаю, хватит, ребят, веб-кракенов. Хотя, в принципе, мы же все равно довольно-таки быстро с ними разбираемся. Капец, ты сильный. Так что это не проблема. Это какие-то читы, какая-то имба, знаешь. Да, конечно, это же робот. Ребят, робот, который взломал этот мир, и теперь он такой вот сильный. Так, разбираемся с этими, разбираемся с тем, все убили. Так, кто же, ребят, будет следующий? Ну, а справишься ли ты с очень страшными монстрами, которые, знаешь, на самом деле, вроде бы они и меньше предыдущих претендентов, но они слишком долбанутые и отбитые. Ну, давай. Короче, вот тебе пупитеров, попробуй с ними справиться. Пупитеры? О, они, ребят, кстати, довольно-таки опасные. Да, я это знаю. Смотри, провода к тебе посоединил. Смотри, кстати, они живут. Как? Они выживают? Да. Ладно, этого мы убили. Так, сейчас теперь один на один мы остались. Они, кстати, ребят, хоть и меньше предыдущих монстров, но намного сильнее, по-моему. Маленький, да, удаленький, да. Так, давайте кого-нибудь побольше. Так, вот день 18. День 18 такие уже маленькие. Серьезно? Да, ты же огромный уже киборг. Сейчас мы их всех, ребят, завалим. Капец, как это работает? Ты не слишком ли сильный, друже? Слишком, ладно. Слишком сильный. Давайте. Тихо. Ой, веб-кракены. Скайскримеры, да. Скайскримеры теперь, ребят, небесные крикуны. Были, они даже не суперспособности используют. Жалко их, на самом деле. Не нужны. Ладно. Эти суперспособности. Так, идем, давай, мисти гесты, минус. Так, давай, бегемота. Слушай, знаешь, не, какой бегемот? У нас помимо тебя есть еще одно механическое создание. Какое это? Меха-Годзилла. Посмотрим, какой киборг сильнее. Ребят, сейчас с ней давайте разберемся. Но она не такая уж и слабая, кстати, видите, да? Да. Это битва киборгов. Кстати, ребят, битва Меха-Годзиллы против мультяшного робота, это, по-моему, что-то прикольное. Можно будет еще отдельную серию устроить. Она тебя швырнула. Нифига себе, меня швырнула, конечно. Сейчас. Давай, возвращайся в бой. Протонное дыхание, видите, использует. Да, ну и еще у Меха-Бейс тоже такие вот, ребят, суперприемчики. Бьем Меха-Годзиллу. Бьем ее. Так, нападая максимально впритык. Вот, наносим много-много ударов. Так, давай. Опять тебя откинуло. Да на меня постоянно, видишь, откидывает. Да. Так, убиваем ее, ребят, сейчас завалим. Давайте больше ударов. Больше лазером стреляем. Так, таких вот ударов давайте лапами. Так, ребят, деремся. Ну, давай. Да, есть, убил. Фух. Убил, хорош. Давай бегемота. Хочешь бегемота? Ну ладно, будет. Правда, мне кажется, немножечко, ребят, уже слишком большой я застрял. Но это, в принципе, думаю, не проблема. Не слишком уж большая проблема. Бегемот. Так, давайте бегемота, все завалили. Закончился бегемот. А пускай тогда у нас механика попробует справиться с растительностью, ожившей, скажем так. Давай, попробуем. Только сейчас мне, ребят, нужно сюда запрыгнуть сначала к нему. Подождите-ка. Уже слишком тяжело управлять. Убили мы его. Что? Буквально, ребят, с нескольких ударов. Силен. Можно сказать, один удар. Ну, короче, да, ребята, вот такая сегодня у нас прикольная серия получилась. Вот такой у нас сегодня вырос огромный мультяшный кот. Робот мультяшный кот, терминатор мультяшный кот, Cartoon Cat. Вот такой, смотрите, ребята, огромный, гигантский, больше, чем титаны Тревора Хендерсона, больше, чем бегемот Тревора Хендерсона. Ну, а с вами был я, SlikeMast и Dark. Всем, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки. Всем, ребята, пока-пока! Всего хорошего, народ!